fades and awaits its one last order. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Есть. Спасибо, Маракю. Огромное тебе спасибо. Босс несложный, но мне как бы нравится проходить все это в кооперативе. Просто интересно посмотреть на людей, как себя они ведут. Давайте установимся. Костер зажжен. Предлагаю сходить в храм. Отправимся в храм, прокачаем себе уровень и возложим почести нашему гиганту.
К сожалению, погиб наш друг, не успел его спасти, и не успел его спасти только потому, потому что я не понял, как работает булаву, которую мне дали, как она сначала забирает силы. Я просто долго с этим прокопался, и поэтому нашего друга толстячка убили. После убийства гиганта сразу переносит вот в эту вот локацию, где мы с вами убили сейчас танцовщицу. На самом деле, мне кажется, танцовщица не сложный босс, то есть можете проходить и в одиночку его. Вот такую черепушку мы сюда поставили. Так, теперь давайте прокачаем уровень. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from me. Ну хорош, ты болтать тоже. Так, что нам прокачать? Силу. Или давайте силу прокачаем. Прокачиваем силу. И у нас 12 тысяч еще душ остается. Окей. Прощай. Так, и теперь нам нужно отправиться танцовщице холодной воды, или луны, или что там такое-то, не понял, что написано было. А моего друга, который проходил вместе со мной танцовщицу, мне понравилось, что у него такое за копье, или что у него было, что он хреначил в нее так. Так, и что нам здесь сделать-то? Поставить чашу. Я видел эту лестницу раньше здесь. Так и думал, что когда-нибудь мы по ней будем карабкаться вверх. Ну что ж, друзья мои, на этом мы завершим сегодняшнюю серию. Мы победили очередного босса. Всем спасибо за просмотр. С вами был Неозар, и пока-пока.